Полтора миллиона рублей долга по алиментам погасил казанец. Средства на содержание ребенка мужчина добровольно не перечислял. От судебных приставов уклонялся. Ограничительные меры вынудили его сразу погасить весь долг. Бассейн с джакузи, вольеры без клеток и каждому по комнате. Строительство казанского зоопарка. Река Замбези выходит на финишную прямую. Сегодня журналистам приоткрыли завесу масштабной стройки. В Казани стартовали всероссийские соревнования общества «Динамо» среди мужчин. Более 100 спортсменов в 4 дня будут выявлять сильнейших в 10 весовых категориях. Помимо чемпионского звания, призеры получат право выступать на профессиональном ринге.